Сегодня мы идем на веслах с Краснодара, прям из города, из центра города. Да-да-да, прямо по Ленина, прямо на веслах. Идем на веслах из Краснодара на озеро Лотосов. Это пригород за поселком Белозерным. И там у нас шашлык. Сейчас у нас главная задача — это все дотащить до реки. До воды дотащить все это, ну а там уже будет неважно. 8, транспортировка плавсредств до воды. Вот, мы живем в центре города, где река, в принципе, подходит близко к дому. Ну как близко? Километр где-то все равно пройти надо будет. Улыбаемся. Нам легко. Вдруг они посвечивают. Нормально все. Нормально все. О, булки, мои булки горят. Мои булки в огне. Вы поняли, это лайфхак, короче, девочки, кому... Ржем, как Аленка пилит сторис. Полдесятого мы все никак не можем выйти, что первый раз пробуем данную конфигурацию лодок. У меня есть предложение, прежде чем на воду ее спускать, сначала чалку привязать. Логично? Да. Куда-нибудь ее зацепи тут? Да, все, пошли. О, кстати, они поднимают перед. Да, нет, неважно. По-моему, она симметричная, судя по килям вашим. И из-за этого, может быть, вы не смогли их нормально засунуть. Подожди, а там есть другой? Сюда, наверное, вас, к пирсу. А, давай вот сюда. Каякеры. Хрена. Блин, надо же это. Ну, в ту сторону поставить, еще напрягаться так. Молодцы! Профессионалы! Профессии аналы. Кили, кили, подожди. Вы на мель сели. Размахнись. О, правда, уже все мокрое. Ну ничего, при это самое ее куда-нибудь. Ура, мы наконец-то почти готовы к выходу. Так, все, мы готовы выходить. Тренировка пока без течения. Под мостом я первый. Да. Весело начинается прогулка. У нас прогулка начинается с мертвой рыбы. Где? Да тут где-то. Уже прошло. Небольшой технический привал на набережной юбилейном микрорайоне. Забыл, какая-то бульвар называется. Рождественский, что ли? Не помню. А, Рождественский дальше, а этот как называется? Ну, не, короче, какой-то из бульваров. Упирается в реку вот такой набережной. Может, Платанова. Платанова, ну может, не знаю, я в юбилейном не силен. В общем, небольшой привал на юбилейном, и сейчас пойдем дальше. Woo!
Проходим очередной лесопарк без названия. Но тут прикольно, беседки, люди шашлык жарят. Очень живописный берег. Вот так выглядит нос моей байдарки. Тут вообще вон какие-то базы отдыха, санатории, у них там песчаные пляжи, какие-то баскетбольные площадки, круто. Это вот район Шапсурского водохранилища. Вот его самого не видно, оно там за бортиком. Вот, а Кубань тут такая вот офигенная. Ну что, вы там сделали хоть что-нибудь грандиозное? Сколько километров, Паша? Объяви нам, чтобы мы возрадовались. Или расстроились. Да. Расстроимся. Ну, половина ровно. А, ну, Видишь, 22. Ну, есть? Уже есть шанс. Сейчас 2 часа. А я говорила, 20 уже прошли. Вот у нас тут привал. Где-то на середине пути примерно. Вот, мы здесь пообедали, загораем. Вот, ничего не подвещало. Плавсредства, как вы видите, у людей разные бывают. У нас надувные байдарки, у них вот такое. Ясно. Паша, а мы девушки с веслами? Хорошо. Вы девушки, да. В смысле, а кто мы еще? Как-то иронично это сказал, мне не понравилось. Блин, крема наделась от солнца. I'm ready. Почти 30 километров прошли, то есть 2/3 пути, 4 часа дня уже, вроде время есть. К закату пойдем на финиш. Вот. Да, руки с непривычки устают столько грести. Если давно не было водных походов, первый же день 45 километров. Вот. Ну ничего, тренировка зато такая неплохая получится. С отходником. Я говорил, у нас солнце появляется только когда мы идем. Нашли абсолютно офигенный пляж на Кубани. Вот, ходка до финиша еще осталось, километров 5-7, не знаю. Вот, до часу. То есть как раз к закату нормально успеваем. Песчаный пляж. Дикий. Дикий в том плане, что человеческих следов тут не видно. Видимо, далеко от трассы.
заброшенные какие-то черкесские сады, тут какие-то яблоки, сливы, алыча разных цветов. Вот, классный вообще. И сейчас такое время, перед закатом еще за час. Вот, солнышко, мы тут просто кайфуем. Ну, во-первых, устали. Действительно, отдыхаем, сидим. И предвкушаем уже финальную ходку. Рыба плещется. Короче, вообще класс. Вот если бы не поджимало время, вот отсюда уходить вообще не хочется с этого пляжа. Хочется тут сидеть, сидеть. Картошку надо в первую очередь. В общем, мы причалили ровно на закате и уже делаем шашлык. Именно так. Не, я не могу. Мечта и реальность. Это просто... Это просто, да. Маша, выложи что-нибудь мне на Facebook.